Всем привет! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» я расскажу вам о топ-3 электрокофеварках для кофе по-турецки. Все очень любят турки, а именно кофе из турки вообще является, наверное, самым вкусным, самым насыщенным и самым лучшим, но далеко не у всех есть возможность правильно готовить этот кофе, ну и, конечно же, следить за ним. Именно для этого, чтобы не следить за всем процессом приготовления, и придумали специальные электрокофеварки для кофе по-турецки. Благо, их огромное количество, и можно их купить как за сущие копейки, так и за довольно-таки приличную сумму. И давайте мы начнем с такой электрокофеварки, как Beko BKK2300. Как мы знаем, Beko — это турецкая торговая марка, но кто как не турки разбираются в приготовлении кофе по-турецки, поэтому такую электрокофеварку я советую. Стоит она, конечно же, недешево, около 12 тысяч, но приобретя такую электрокофеварку, вы будете на 100% уверены, что она будет вам служить очень-очень долгие годы, причем очень долго, хорошо и качественно приготавливая кофе. Вы можете совершенно не беспокоиться о приготовлении, потому что напиток получается очень вкусный, очень насыщенный, совершенно настоящий турецкий кофе. Что вам нужно будет сделать? Это залить воду, засыпать кофе, ну, подождать некоторое время и наслаждаться напитком. Далее еще один прекрасный вариант — это электрокофеварка Time Cup CM700. Стоит она немного подешевле, около 8 тысяч, но это также прекрасный и универсальный вариант, причем она готовит по типу медной турки. Кофе получается точно такой же, но, конечно, огромный плюс состоит в том, что вам не нужно стоять, ждать и наблюдать и контролировать процесс. Так что это тоже прекрасный и отличный вариант. Но давайте рассмотрим еще один вариант, но очень бюджетный вариант, который стоит всего около 2000. Это электрокофеварка от торговой марки Garinier. Причем Garinier представляет не одну какую-то модель, их несколько, причем они по цене примерно одинаковые, но это также такой универсальный, простенький, хороший вариант. Также вам не нужно следить. Вкус кофе, конечно, получается не такой близкий, как, например, у первых двух вариантов, но тоже достаточно хорошая вещь, которую тоже можно купить, если вы не хотите следить за обычной туркой. И ссылочки на самые лучшие кофеварки под описанием к этому видео. А это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!